Яркое и позитивное мероприятие каждый год собирает большое количество зрителей. Люди приходят целыми семьями. Фестиваль национальных культур позволяет увидеть все многообразие творчества народов, населяющих Армавир. Дорогие армавирцы и гости города, 8 июня на городском водохранилище состоится 8-й фестиваль национальных культур «Многонациональный Армавир». От имени всех общин и диаспор города приглашаем вас принять участие. Фестиваль откроется большим красочным концертом художественных коллективов национальных общин. В течение дня жители и гости города увидят самобытные творческие выступления, яркие традиционные костюмы, в которых выражена культура народов, веками мирно живущих бок о бок в нашем многонациональном городе. В программе фестиваля концертная программа, спортивные состязания, развлекательные мероприятия, национальные кухни, предусмотрены призы для победителей. Будем рады видеть всех горожан и гостей нашего любимого города. Фестиваль «Многонациональный Армавир» – это масштабная площадка, где происходит обмен обычаями. Это живая демонстрация красоты национальных культур и крепнущих традиций. Участников и гостей ожидают и перетягивание каната, и гиревой спорт, и перепиливание бревна. Будут организованы интерактивные площадки для детей, мастер-классы как для ребятишек, так и для взрослых. Все желающие смогут принять участие в подвижных играх и многих других мероприятиях. Приходите 8 июня в 10 часов на городское водохранилище. Влада Волошина, Артур Каджанян, служба информации телеканала РЕН-ТВ «Армавир».